Друзья, а перед началом интервью я хочу по новой нашей хорошей традиции разыграть перчаточки с турнира RCC Intro. В них дрался Павел Гордеев. Бой закончился ноу-контестом, но когда вы их получите, бой будет у вас, я думаю, что вы обязательно победите. Условия конкурса очень простые, банальные, но конкурс будет веселый. Напишите в комментариях никнейм ваш, если бы вы были бойцом. Никнейм должен быть крутой, боевой, главное, веселый. И лучший написавший получит от меня вот этот вот подарок. Победителя определим после того, как выпустим все интервью с турнира RCC Intro. Дерзайте, а теперь интервью. Справа от меня стоит Константин Симонов, который только что одержал победу и закрыл свое поражение. Привет, Константин. Привет. Поздравляю тебя. Спасибо. Расскажи, что помогло сделать работу над ошибками и закрыть свое поражение. После первого своего поражения была проделана большая работа над ошибками. Учли все моменты, нюансы. И именно вот под этого соперника готовили, ждали, что он будет кидаться. И работали навстречу, вот этот, который сам первый залетел, удар. Его нарабатывали с тренером Денисом Воиновым. Хочу ему спасибо за это отдельное сказать. Вот зашел, сразу почувствовал, что идет. Там уже дальше дело осталось за малым. Потихонечку доработал, добил. А чисто каких-то у тебя не было психологических тормозов, что это был первый бой, предыдущий твой, ты его проиграл, и как не давило на тебя это? Если честно, небольшое оказывало, но я давление оказывало, но я переборол это, все в себе спокойно воспринял и уже с трезвой головой подходил к этому бою осознанно. Как я понимаю, никаких травм ты сейчас не получил, лицо чистое. Расскажи, когда вернешься к тренировкам и когда собираешься просить следующий бой у организаторов. Потому что ты представляешь команду «Архангел Михаил» и RCC готовит большой турнир на май. Да. Если честно, сейчас в планах, наверное, недельку-две передохнуть, потому что после сгонки немножко восстановить силы. Точную дату пока не могу сказать, мне там просто по любителям тоже надо будет там с работы выскочить там в ближайшее время, поэтому там могут пересечься турниры. И не могу точно сказать, когда следующий бой у меня. На май проситься не будешь? У меня там могут пересечься соревнования, там просто я, не знаю, как это сказать. Короче, надо выступить, я числюсь, надо за них выступить там по рукопашке, поэтому вот. Что же, поздравляю тебя, молодец. Спасибо. Что прервал поражение, не остановился. Спасибо. После первого поражения, поздравляю. Друзья, работать. Подписывайтесь на инстаграм Константина, он появится вот здесь вот. Подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо. Молодец. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Также не забудьте подписаться на наш новый новостной канал MMA Life. Там каждый день выходят новости и много уникального контента. А если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Удачи!